Так, усім привіт! Радію, що знову у нас прямий ефір. Зараз ми підключаємо Таню і будемо розпочинати. Так, отож декілька хвилин чекаємо на приєднання ваше, наших користувачів, наших відвідувачів. Привіт! Отже, декілька секунд, ми підключимо Таню, так? Так, привіт. Сьогодні буде дуже цікаво, тож не виходьте. Привіт. Привіт, друзі, всім привіт. Так, нас все більше і більше, це дуже тішить. Ви нас чуєте, бачите? Напишіть якусь позначку в коментарях, що нас чутно. Привіт, привіт. Так, давайте будемо сьогодні активними. Як завжди, задаєте запитання, ми на всі обов'язково постараємось вам надати відповідь. Я думаю, можемо починати. Так, давай. Напевне, перше, з чого ми розпочнемо, це з наших анонсів турів. І саме важливіша така подія – це тур хлопців «Шумей, Велбой і як так» буде в Америці. Зараз ми вже офіційно випустили його в нас на сайті. Ви можете переглянути і купити собі квитки. Він переноситься на вересень цього року. Також у нас вже зовсім скоро починається тур «Бумбокс», «Хардкіс» і «Вірки Сердючки». І в «Бумбоксі» вже 3 міста sold out, тому поспішайте купити свої квитки. Так, це дуже класна новина, насправді, що концерт Велбоя, Шумея і як так відбудеться, тому що в Америці було дуже багато охочих відвідати цей концерт. І я думаю, що це дуже позитивна така і хороша новина для наших відвідувачів. Так, а сьогодні у нас дуже цікавий ефір, він такий особливий, тому що ми спілкуватимемось із людиною, яка дуже багато знає цікавого і дуже багато знає про роботу Resilience і все, що з цим пов'язане. Тому я так інтригую вас. Так, так, сьогодні буде разом з нами Ігор Голубчик, це саме засновник Resilience Entertainment, і саме завдяки Ігорю ви можете відвідувати концерти своїх улюблених артистів. І не тільки завдяки Ігорю, а усій команді, яка над цим працює кожного дня, не покладаючи рук. Тому чекаємо Ігоря в нашому ефірі, підготуйте запитання, які би ви хотіли задати власне засновнику. Так, власне, зараз ми спробуємо підключити, так, під'єднатися до Ігора. Перед цим хотіла б сказати, що Ігор, він одесит, так, але він спілкуватиметься сьогодні із нами російською мовою, тому що Ігор в процесі вивчення української. Ми всією командою дружньо надаємо уроки Ігорю, йому виходить, він вже гарний учень в нас. Але так, сьогодні буде ефір російською, йому так буде простіше надавати вам відповідь, тому... Тань, давай ще відповімо на запитання отут, і тоді підключимо Ігора. Так, які запитання? Я не бачу. Не зрозумів, що з туром Велбоя. Планували ж концерти в Америці в лютому-вересні, а вже бачу, що у вересні. Як так? Так. Ми казали і оголошували, і всі, хто отримали квитки, придбали квитки, то їм пішла вся інформація, що тур буде перенесено, він відбудеться у вересні цього року, а саме 14 вересня по 24. У нас будуть хлопці, тому все добре, вони будуть, просто перенесли в зв'язку з тим, що хлопцям не відкрили візи вчасно. Так, отож запрошую зараз Ігоря до нас. Ось, чекаємо хвилинку. Ви можете задавати також Ігорю запитання, все, що вас цікавить. Так, 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 хвилинку. Привіт, привіт! Привіт! Раді тебе бачити. Як ти, як настрій? Нормально, все хорошо, мерзнет. потихонечку. От, я бачу. Працюєш, так? Ну, да. Сьогодні ми зібрали дуже багато цікавих запитань і від наших користувачів, які раніше нас запитували, і від нас самих з Мартою. Тому, думаю, тобі варто підготовитися, бо ми починаємо. Давайте. Вообще легко. Так, розпочнемо із самого основного, так, із загального. Ви тут про уроки українського язика в начале, да, говорили? Я успел услышать. То есть у меня были уроки в школе украинского языка. Проходили они примерно следующим образом. У нас была учительница Светлана Васильевна. Вот. И она была учительницей украинской мовы и литературы. И, значит, она меня вызывала, там, оглашала: голубчик. Я вставал, говорил: одиниця, Светлана Васильевна. Значит, она, значит, ставила мне единицу, и потом каждый раз спрашивала: ну что, голубчик, когда ты уже уедешь в свою Америку там, или Израиль, куда ты там? Вот. Я говорил: не знаю. Вот. И потом, это, наверное, было в 4-м или в 5-м классе, потом меня, короче, освободили от украинского языка, я не ходил на эти классы, о чем, естественно, сейчас жалею. Вот. Но потом это был 4-й, 5-й класс, короче, где-то в 9-м классе, значит, перед тем, как уезжать, я пришел в школу со всеми попрощаться, зашел к Светлане Васильевне, говорю: вот, Светлана Васильевна, я наконец-то уезжаю. Она говорит: а так куда? Я говорю: ну, вот в Америку. Она говорит: а в Америку — это хорошо. И разрыдалась, просто разрыдалась. Вот. И потом, спустя 20 лет, я вернулся в школу, значит, ну, ее я не застал, вот, ну, там про нее спрашивал, и мне там другие учителя говорили: да, она до сих пор меня, типа, иногда вспоминала. Вот. Ну, такая история про украинский язык. Короче говоря, я учусь, но просто красиво еще говорить не могу, поэтому выбачьте, говорю как могу. Могу на англійський переключитися. Я знаю, я чула твій англійський, його взагалі, ти вже стільки років живеш в Америці, його не відрізнити просто від такого американського, такого вже народженого. Тому ми сьогодні тобі ставимо 1 за твій український, але далі починаємо запитання наші. Дякую, давайте. Так. Тож розпочинаємо з запитання, як взагалі розпочалася концертна діяльність і з чого почалась, власне, історія Resilience? Ох, это было так давно, девочки, что страшно вспоминать. Как-то это плавно перетекло, я занимался всякими медийными бизнесами, и издательством, и радио, и диджействовал, там, ездил по всяким клубам, играл. Вот. И как-то меня позвали на какой-то концерт открывать. Типа концерт как диджей. Я что-то открыл, с кем-то познакомился, кто-то меня познакомил дальше. Я начал общаться, дружить с исполнителями, с артистами. Вот. И как бы интересы начали пересекаться. Вот. И я попробовал начать делать это сам, спотыкаясь, естественно, с чего-то маленького. Вот, и вот и с тех пор этим занимаюсь. А який перший був твій концерт? Як він, в якому він місці був, як він виглядав? Честно, я не помню. Не пам'ятаю. Клянусь. Это было точно в Чикаго. В Чикаго. Но я не помню. Ну, то есть, вот, скорее всего, первый концерт был, скорее всего, в Чикаго. Ну, потому что я здесь живу, и наверное, так. Но убейте меня, я не вспомню. Ну, вот, клянусь. Бувати не будемо, але ще цікаво дізнатися взагалі про назву Resilience. Як вона з'явилась? Интересный вопрос. На самом деле у нас было другое название компании еще с 99-го года, с 2000-го года. Вот. И мы под этим другим названием, ну, очень много лет работали, вот буквально до недавнего времени. И в шоу-бизнесе разные бывают ситуации, очень такие непростые, да. Вы еще просто с этим не столкнулись. Бывают очень сложные вещи, которые приходится разруливать. И бывают ситуации, из которых финансовые и психологические, из которых очень тяжело выкарабкиваться. Вот. Поэтому большинство людей в какой-то момент просто сходит с дистанции. Это просто такой бизнес. Вот. Очень тяжело удержаться там несколько лет, не говоря уже там о нескольких десятилетиях. Да? Вот. И, короче говоря, я возвращался с какого-то тура очень тяжелого, где я просто там потратил, я не знаю, все свои нервы, и у меня выпили всю мою кровь, и я просто был в жутком состоянии. Вот. И у меня на носу был следующий тур. Я помню, что я прилетел и прямо из аэропорта поехал в тату-салон и набил себе татуировку со словом «resilience». Вот она. Класс. Не видно? Короче. Классно, да? И потом буквально там еще через какое-то время решил переназвать компанию в это слово, да. То есть это значит там, чтобы простыми какими-то словами переводить. Resilience — это способность не ломаться под напряжение, под давлением, да. То есть тебя там ломают, а ты не ломаешься. Или ты падаешь, но встаешь обратно на ноги. Короче, что-то такое. Вот такое слово. Я не знаю, как прям дословно одним словом перевести. Но смысл такой. Вот. И буквально несколько лет назад было. И вот оно так легло, как раз как никогда вовремя. Да? И теперь мы называемся так. Классно. Ігор, а скажи, ти не пам'ятаєш свого першого концерту, але, можливо, ти пам'ятаєш свій перший успішний такий концерт, коли ти ось провів, наприклад, тур, і ти зрозумів, що все, що це було успішно, це було класно. Хто це був? Який це артист був? Клянусь, тоже не вспомню. То есть я могу точно сказать, что у меня не было такого, что вот там провел какой-то концерт или какой-то тур, и там заработал каких-то денег, и вот, там заработал бизнес, да, там заработал денег, классно, там, что-то такое. У меня такого никогда не было, у меня были моменты, и они продолжаются и сейчас, да, то есть мы занимаемся чем? Бизнесом, понятно, но главное это то, что мы, несем людям праздник, да, то есть мы делаем так, чтобы артист был в своей стихии, выступал на сцене для людей. И чтобы люди приходили на концерты, получали заряд энергии, получали удовольствие от концертов, да, потому что, мы то, что мы делаем, это всегда в тени, но мы сводим артистов и аудиторию. То есть это такая вот зачастую неблагодарная работа, но к чему я говорю? Когда я вижу полные штаны счастья у людей, которые пришли на концерт, и когда я вижу артиста, который сходит со сцены, за сцену после концерта, да, и там тебя обнимает и говорит тебе какие-то слова за то, что ты, ты это все сделал, да, это главное. То есть это, собственно, главная цель нашей работы. Вот. А все остальное второстепенно. То есть у меня было такое в юношестве, да, что я там думал, а как бы мне там выступать где-то что-то, но потом оказалось, что у меня никаких талантов нету, я там ни петь не могу, ни играть ни на чем не умею и так далее, и учиться бесполезно, потому что у меня нету музыкального слуха, вот. И я себе придумал как-то так органически, как все равно быть в этом всем, хоть и не на сцене. Как-то так. Ну, талант потрібно мати, так, щоб це все організувати, щоб цьому всьому дати раду і витримати, власне, і негатив, і позитив. Так що кожна людина з талантом, просто в кожному... Уговорили. Ви розпочали про артистів, то от розкажіть нам так в загальних рисах, взагалі, які вони артисти? Вони примхливі, чи вони такі звичайні люди, як і всі? Ох, вы, девочки, копаете такие темы. Ну, смотрите, часто в разных интервью это спрашивают. Вот у меня буквально там сегодня я отвечал на вопросы в одном интервью, тоже спрашивают, а как там вот этот артист, а как там вот этот артист? Шоу-бизнес – это такая штука, все должно оставаться внутри. Да, то есть нельзя выносить ссор из избы, так сказать. И если шоу-бизнес чем-то похож на политику, вот, то в политике, наоборот, нужно всегда все там наизнанку выворачивать, да? А в шоу-бизнесе, наоборот, все должно быть покрыто тайной. Есть артисты, которые на сцене это... Один артист, это персонаж, это, да, вот таким образом, а в жизни это совершенно другой человек, да, ну, там, например, там, Данилка, да, то есть на сцене это Верка Сердючка, да. А как бы человек-праздник, да, и фейерверк, и вот это вот все, а в жизни это совершенно другой человек, да, там, где-то стеснительный, где-то, ну, в общем, совершенно разные вещи. Вот. Есть артисты, которые что на сцене, что за сценой абсолютно одинаковые. Вот. То есть вот как человек на сцене себя ведет, так он и в жизни себя ведет. Монатик, например, да, то есть замечательный совершенно человек и артист, и вот он какой он на сцене, вот он точно такой же в жизни. И в общении, там, и в узком кругу друзей и так далее. Ну, в общем, не хочется... раскрывать больше тайн, просто вот артисты, они же люди, а люди бывают разные. Ми розуміємо, Ігор, добре, давай до трошки легшого перейдемо, бо нам все рівно треба щось дуже цікаве в тебе випитати. Можливо, у вас буде там список вопросів, що ли? Ні, мені просто хочеться якогось жари якоїсь. Давай, давай. Дивися, мені цікаво, чи були якісь складні райдери? Окей, не говоримо за артистів, а от їхні райдери. Чи були такі, які тобі казали, так, мені червону ікру, чорну ложку до неї, і ще, будь ласка, були такі випадки? Конечно. Есть много интересных моментов, связанных с райдерами. Ну, для тех, кто не понимает, что это такое, есть технический райдер, есть бытовой райдер, да, у каждого там, гастролирующего артиста или выступающего артиста. То есть неважно, откуда он, из какой страны и так далее. Но это обязательная составляющая. Технический райдер – это звук, свет, какие-то технические моменты, декорации, то, что должно быть на сцене и так далее. А бытовой райдер – это все, что касается... По-английски это hospitality райдер называется, да, то есть это все, что касается... всего остального, там, передвижение, проживание, пропитание и так далее и тому подобное. Вот. И есть, ну, куча разных приколов, то есть зачастую артисты в бытовой райдер могут вписать какую-нибудь хрень совершенную, просто чтобы удостовериться, что люди действительно внимательно это читают и придут и скажут, слушай, а что вот это такое? Ну, там, зачем там, вот это? Ну, какие-то очень странные вещи, да, то есть, допустим, там, я не знаю, там, какие-то какашки в банке, ну, неважно, ну, какие-то странные очень, да, совершенно дикие вещи. Просто, чтобы удостовериться, человек читает внимательно райдер или нет. Вот, но что касается каких-то сумасшедших райдеров, есть артисты, которые очень сильно разбалованы корпоративами, так называемыми корпоративами, да? То есть корпоративы – это всегда много денег, В Америке это не практикуется особо. Это вот на постсоветском пространстве люди любят это делать, корпоративы. И там всегда там двойные, тройные гонорары, там всегда очень все дорого-богато. Вот. И некоторые артисты после нескольких лет таких вот корпоративов, они чувствуют себя немножко по-другому, скажем так. Вот. Они разбалованы, и они устраивают, значит, вот такие вот очень длинные, очень сложные райды, да, то есть температура в машине должна быть такая, там цвет стен в номере в гостинице должен быть такой-то, там домашнюю горячую еду, там на пару сделанную специальным рецепт, дают специальный рецепт, да, там 3 раза в день должно быть, значит, принеси и положи, и так далее, и тому подобное. Ну, разные дикие вещи совершенно, которые по-хорошему ни к искусству, ни к комфортному быту артиста не относятся. Да? Это просто капризы. О, хорошее слово. Это просто капризы. Вот те, кто разбалован, любят капризничать. Вот, я не буду называть никаких имен, опять-таки. Но есть такие артисты. Артистки. И как это все вытримать? Ну, нет, ну, есть какие-то вещи, где можно пойти на уступки, а есть какие-то вещи, за которые приходится там бороться и говорить, нет, мы этого делать не будем. Ну, мы не будем перекрашивать стены в гостинице, или мы не будем менять водителя, потому что его прическа не понравилась. Ну, образно, да, то есть как бы есть какие-то вещи, где необходимо дать сдачу. Вот. Зрозуміло, ну, Марко? Бывают веселые истории. У нас бывало, один раз у нас было так, что мы 5 раз меняли гостиницу. Просто приезжали в одну, снимали номер, через полчаса оттуда выходили, ехали в другую, снимали там номер. Артист поднимался, смотрел, ему не нравилось, ей не нравилось. Мы ехали в следующий, и так 5 гостиниц. А скажи, буде доречне зараз питання, чи зараз під час війни і коли ці концерти є благодійні, чи трошки помінялось відношення артистів якраз до цих таких потреб високих? Да, нет, то есть сейчас, ну, во-первых, мы сейчас с такими артистками не работаем. Ага. А во-вторых, да, то есть на это сейчас не акцентируется внимание вообще, то есть важно именно продвижение украинской культуры, да, то есть мы делаем больше концертов, чем мы делали раньше, вот, и никаких капризов, никаких заморочек, то есть это отошло на второй план у артистов, и правильно. Так. Бачу, пропадає зв'язок. Чи нас добре чути? Давайте перезапитаємо. Тебе, Марта, не видно і часами ти пропадаєш. Можливо, переключись на інший інтернет і бачу, вже Ігор пропав. Я тут. Мені все видно. Ти все бачиш, бо в мене ти завис. І Марта вже зависла. Окей, нас чутно? Марти немає, і ми з тобою двоє. Ти є. В темноті. У мене тепер Марта в темноті. Так, але вже з'явилось. Марта, говори. Так, чуємо тебе. Так, власне, Ігор згадав про те, що ми вже з цією артисткою не співпрацюємо. І взагалі цікавить, чи є такі артисти, з якими довелось відмовитись від співпраці, чи їх багато, і з якими, власне, зараз і відмовляємося співпрацювати. С какими артистами мы собираемся заработать? Ох, у нас расписали до марта 2024 года сейчас. То есть очень много разных артистов, и больших, и начинающих. напевно, пропав зв'язок, Ігор, ви нас не чули. Я запитала, чи ми зараз відмовляємо якимось артистам у співпраці, і якщо так, то чому? Так, вот это мне нужно перевести. Там прерывается. Ігор, чому ми відмовляємо і яким саме артистам відмовляємо, яких ми не веземо? Ти відмовляєш чи часто відмовляєш і чому? Через свої переконання, через те, що не підтримують Украину? Я понял. Ну, смотрите, давайте так, это откровенно, раз у нас такой откровенный разговор, да? Значит, до войны мы работали со всеми. Ну, просто со всеми. С началом войны, в большинстве с 2014 года, ну и уж тем более сейчас, мы не работаем с теми, кто эту войну поддерживает. Вот и все. Ну, то есть это принципиальный момент, и что тут еще можно сказать, да? Нам сейчас много тычат, и даже какие-то там заказной черный пиар выходит, да, что мы там, вот там откопали мою фото с Тимати 2008 года, да, или 2009 года. То есть это было, да, 2008-2009 год. И что? Мы со всеми работали, мы всех возили, мы делали много разных концертов, и на концерты приходили все. А потом все поменялось, как бы, что отличает людей с интеллектом от людей без интеллекта, да? То, что люди с интеллектом, когда получают какую-то новую информацию, какие-то новые там доказательства или какие-то ну, факты, да, чего-то, они способны поменять свое мировоззрение, свою точку зрения, они способны поменять свое мнение, да? Тогда мы работали со всеми, теперь мы не работаем со всеми. Вот по таким причинам. Ну, тут варто сказати, Ігор, на секунду, що ви працювали, раніше наша компанія працювала не тільки з російськими і українськими артистами, також це були і європейські, і також в нас був ось недавно анонсований із Америки, також були артисти. Тобто це був цілий світ, з яким ти співпрацював. Так, із Ізраїлем ми працюємо з артистами, із Алжира ми зараз будемо працювати з артистами, із Турції ми зараз будемо працювати з артистами. Да. І більше того, якщо це достойний артист, вот с одной из тех стран, которые вы только что назвали, да, если это достойный человек, у которого четкая позиция, который выступает против войны, который ведет себя как человек достойно, выехав из этой страны и так далее. Неважно, какой страны у него сейчас паспорт, мы тоже будем с ними работать, да? Мы не будем работать с теми, кто поддержал эту войну, или с теми, у кого там не все однозначно, да, вот из этих. Вот с ними мы не будем работать. Ну вот, как-то так. Нас чути. Марта, ти є? Є. Ти дуже пропадаєш. Скажи, Ігорю, а в нас ще таке запитання. Зараз ми знаємо, що всі концерти є благодійними. Чи можете більше, чуть-чуть детальніше розказати, що вдалося нам, наприклад, за останніх 3-4 концерти передати на благодійність і як це взагалі все відбувається, що стосується благодійності? Ну, подробности вы сами можете рассказать, вы их знаете. Все концерты сейчас благотворительные. Плюс мы работаем с все большим и большим количеством разных организаций. И вот, например, есть в Канаде, называется Our Battalion Canada. Такая маленькая частная благотворительная организация, которая приходит к нам на концерт, продают какие-то сувениры. Да? И после каждого концерта они отчитываются, показывают, сколько денег они собрали, что они на эти деньги купили и куда они их отправили. Вот, то есть очень четенько. Мы сейчас начинаем работать с организацией из Нью-Йорка, которая называется Kind Deeds, которые помогают протезировать воинов украинских. Да, да. Мы работали с Revived Soldiers Ukraine. Это тоже организация, которая уже 8 лет помогает проходить реабилитацию в Америке украинским солдатам. Мы работаем с Help Heroes of Ukraine. Значит, это очень крутая тоже организация, благотворительный фонд тоже, который основался буквально в феврале, как только началась война. И они собрали, если я не ошибаюсь, больше 10 миллионов с февраля вот, на различную благотворительную помощь. Очень много отправляют, у них большие склады, центры, где они это все собирают, организовывают, пакуют, отсылают и так далее. Вот, то есть, во-первых, я люблю все проверить сам, я должен знать этих людей, я должен видеть, что они делают, да, чтобы с ними работать. А, еще Gate.org. Gate.org – это тоже классная очень организация, которая помогла уже тысячам украинских семей, где можно переслать деньги напрямую, выбрав семью украинскую. Там можно посмотреть их видео, люди обращаются за помощью. В общем, не буду долго рассказывать, можно зайти все посмотреть. Gate.org, как вот ворота.org. И мы, то есть у нас как бы две, получается, стороны, даже три стороны. Во-первых, артист сам жертвует на благотворительность, в каких-то случаях это Министерство культуры Украины, в каких-то случаях это какая-то конкретная организация, или они даже сами вот с какой-то там военной частью напрямую контактируют и что-то делают. Вот. Или это там какой-то фонд, с которым, который они сами учредили, как Тина Кароль, например. У нее свой фонд есть. Вот, то есть артист жертвует, мы даем максимально денег, сколько мы можем, с концертов, с продажи билетов и так далее. И третья часть, это мы помогаем всем, кто собирает донаты на концертах, да, тоже какие-то деньги. У нас недавно был случай, чудак, его зовут Норман Сигал в Майами. Как-то он попал на концерт, не помню историю, не знаю как. Короче, попал на концерт в Майами и после концерта задонатил 10 тысяч. И спустя месяц задонатил еще 10 тысяч. И потом написал письмо, что вот он был на концерте, он так растрогался и вот задонатил. Чей это был концерт, Игорь? Якого артиста? По-моему, Тины Кароль. По-моему, Тина Кароль в Майами, да. Вот, короче говоря, тут получается с трех сторон мы как-то собираем, помогаем, да. Это все равно капля, это капля. Но когда каждый вот так по капле, это собирается в какие-то существенные деньги, да. Плюс есть там фонд Андрея Ставницерова, с которым мы скоро тоже должны сотрудничать. Есть фонд Тритулы, да, то есть, который там фантастические вещи делает, собирает баснословные суммы. То есть мы по сравнению с этим, конечно, капля, но это все равно, я считаю, важная капля, потому что вот из таких капель тоже собирается можно. И меня недавно спрашивали, а вот сколько еще вот так вот вы будете? То есть это все-таки надо бизнес делать, вы же не можете так все время просто концерты делать. Там же конца нету, то есть это, к сожалению, это бездна. Сколько ни собирай, нужно еще, да? Там, одна реабилитация, протезирование одного там воина в среднем это 150-200 тысяч одного. И там еще, дай бог, война закончится. Короче, там просто, непочатый край. То есть это собирать, и сколько нужно будет собирать, сколько мы будем собирать. И не только мы, все. То есть, к сожалению, так. Ну, тут також варто зазначити, Ігор, так як я в нашій команді якраз і відповідаю за безкоштовні входи ЮФОЮ, то з початку повномасштабного вторгнення, я думаю, що тисячі українців мали можливість відвідати безкоштовно концерт, і ну, ми цю можливість надавали. Да, ну, в общем, если все собрать, наверное, да. То есть у нас бывают сейчас такие моменты, что у нас там в каком-то одном городе по вот U4U там собираются чуть ли там не 100 человек, и мы часть просто не можем пустить, и мы там извиняемся и переносим на какой-то другой концерт. Приходите на другой концерт. Просто потому что у нас, ну, места нет. Вот, но, ну, это тоже такая мелочь, но приятно людям, которые там, приехали как беженцы сейчас, да, то есть понятно, что у них ну, нет денег на билеты, да. Я вот сейчас был в Эдмонтоне, и у меня там было немножко времени, я пообщался вот с беженцами, которые только приехали, там с детьми, там с бабушками, ну, очень тяжело, реально, то есть очень тяжело. Я когда-то тоже был беженцем. Но не при таких условиях, конечно, военных, да, но это был официально там статус беженца. И я помню, насколько нам было тяжело, и это не была война. А теперь умножьте это все на такой кошмар, как война. То есть людям очень тяжело, и что классно, это то, что так много людей помогают. Много очень людей помогают. И волонтерят, да, то есть, может быть, люди сейчас не столько донатят, сколько донатили в начале. Я помню, что вот были такие разговоры где-то к лету прошлого года, что типа, то мы уже и тут задонатили. У нас, ну, просто, ну, куда дальше, у нас просто нет. Ну, это люди говорят, да. У нас просто, ну, больше нету, мы уже все задонатили, там, в 10 разных мест. А нужно еще, и просят еще. Не можете задонатить, волонтерствуйте. Просто, я не знаю, отвезите кого-то куда-то там, на машине. Да? Люди же приезжают, у них нет ни машин, там, ничего. Они ничего не знают. Там, я не знаю, отдайте им какую-нибудь мебель свою ненужную, да, или какие-то вещи ненужные. То есть это все считается, это все нужно. И я вижу такое количество людей, которые это делают. Это здорово. Причем везде, в любом городе. И не только наши, американцы тоже. Да, очень много людей отзывчивых, которые помогают, волонтерят. В Монреале мы только что были на прошлой неделе. В центре, значит, большое такое помещение. Туда люди свозят все, что специально вот для украинцев. Короче, люди свозят туда все, что можно. Мебель, посуду, вещи, детские игрушки. Ну, короче, все, что только можете представить. И туда приходят украинские беженцы и берут все, что им нужно. Бесплатно. Совершенно. Да? Это сделал Игорь. Сейчас скажу фамилию, вылетела из головы. Сейчас скажу. Просто не спутать фамилию. Сейчас я скажу, одну секунду. Игорь Эзрил. Его зовут Игорь Эзрил. Вот. Он это прямо у себя в помещении сделал вот такой центр помощи украинцам. Вот. Абсолютно бесплатно, безвозмездно, то есть, ну, вот такие люди есть, их навалом, и когда их видишь, ну, вдохновляешься, да, потому что, ну, это здорово, это здорово. Ігор, у коментарях запитують користувачі, в якому місті Америки найбільше донатять? Честно, не знаю, я думаю, что тут просто статистически, чем больше город, чем больше людей, тем больше, собственно, и донатов, да. Наверное, так. То есть у меня нет там каких-то точных подсчетов вот за все время, вот здесь, там, в этом городе больше всего донатить или в этом. Нет такого. Бывают, ну, в основном, из того, что я знаю, донаты идут стабильно, не так, как в начале шли, но стабильно идут, поменьше. Вот. И периодически бывают какие-то большие донаты, типа вот как этот чудак, про которого я рассказывал. Норман Сигал его зовут. Вот. Ну, то есть любой донат это в проверенную организацию, в проверенный фонд какой-то, да, это хоть доллар, это все равно пойдет на помощь. Бачу, користувачі пишуть, щоб ми трішки більше розмовляли про артистів, цікавить їх особливо Макс Корж. Тут просто десяток запитань про Макса Коржа. Чи може щось Ігор сказати про це? Слушайте, интересный вопрос. Я с Максом сегодня разговаривал. Вот. Он, ну, во-первых, он классный совершенно пацан. Ну, пацан уже не пацан. Я не знаю, сколько можно рассказывать, но я так скажу вам просто, что, во-первых, он живет в нехорошей стране, понимаете, и с этим очень сложно. И у него семья, дети и так далее. Он очень много делал для Украины за последний год. Это все, что я вам могу сказать, без подробностей. Хотя подробности я знаю, потому что был непосредственно участником этого. Он очень большой молодец. Когда будет тур, я не могу сказать, потому что, опять-таки, все связано со страной, в которой он сейчас живет. Добре, ще цікавить, бачу, запитують теж користувачі, трішки зачитаємо запитань. Коли тур Слави Комісаренко? Комісаренко, апрель, май, іюнь. Угу. Ігор, з якого року ви займаєтесь концертною діяльністю? 99-го, 2000-го, от так. Я тільки народилася, якраз в цих руках. Ну, я рано начал, мне было тоже там, мне было лет 18 или 19, или 20, что-то такое, ну, в общем, так получилось. Ваше улюблене місце після Чикаго? Одесса. Тулум, я не знаю, но я много где люблю бывать. Ну, ви вже задали про Одесу, то теж питання до цієї теми. Коли Ігор в останній раз був в Україні? Давно, к сожалению, 2013 год. Где-то так, 2013, вот, да, по-моему, так. 10 років тому. Да. Угу. Довго. Чи хочеться додому? Ну, смотрите, хороший вопрос тоже. Дом для меня, ну, как ни крути, Чикаго все-таки, да, потому что я здесь большую часть жизни живу. Но Одесса для меня все равно это, ну, как бы родной город, да, то есть, ну, как бы, там, я не знаю. Можно это назвать вторым домом. Нет, я там большую часть жизни своей не живу, да. Но я туда, когда приезжал, я приезжал туда, по-моему, 3 раза. Вот спустя 20 лет, потом чуть больше, ну и я туда буду возвращаться и возвращаться, как это 100%. То есть это мой родной город, тут бесспорно. У меня там друзья, то есть даже там школьные друзья, со двора друзья, с которыми я общаюсь. Якраз хотіли запитатися, Ігор, чи в тебе залишились зараз в Україні якісь близькі люди тобі? Чи в тебе всі в безпеці зараз? Ну, смотрите, все артисты, с которыми мы работаем, да, это наши близкие так или иначе близкие люди, которые, большинство из которых сейчас в Украине. Вот, они приезжают к нам из Украины и возвращаются в Украину. То есть, естественно, там, когда где-то какой-то там обстрел или налеты, или бомбежки, то есть мы, естественно, переписываемся, перезваниваемся, как у них дела и так далее. Ну и друзья, ну, артисты тоже все друзья. Вот, поэтому, ну, очень много людей, конечно. Ще є одне таке запитання, трішки таке кумедне. Чому на українських концертах набагато менше бійок, ніж на російських? Це користувач питання. Не так багато чого? Бійок. Бойні. Не б'ються, короче, Ігор, ніхто не дає по морді. Знаєте, як... Я... уже лет 10 или 15 не видел, а нет, вру, один раз видел, два раза видел, все, вот я сейчас начинаю думать, я вспоминаю, потому что столько всего, это запомнить все очень сложно. Значит, когда-то давным-давно, когда на концерты ходили все, было много драк, но не из-за каких-то там политических или национальных вопросов, а просто потому, что все там напивались в зюзю, да, и происходили какие-то конфликты. Вот. А это было очень давно, и это было часто. То есть каждый концерт, любой концерт, обязательно драка. Было такое. Но за последние вот 10-15 лет это крайне редко бывает. И вот два случая, которые я могу вспомнить, это по-моему, на концерте Лиги Смеха. Могу ошибаться, может быть, не на Лиге Смеха, но неважно. Концерт, сам концерт неважно, кто выступал в данном случае, неважно. Значит, сидела впереди какая-то дама, и за ней сидела какая-то дама. Это сидящий зал, ну, театр. И, значит, у той, которая впереди, у нее такая пышная прическа была. Взрослые женщины, лет по 40, я не знаю. Значит, и та, которая сзади, ей эта прическа впереди не нравилась, и они что-то, значит, переругивались. И в итоге та, что сзади, взяла жвачку, высунула жвачку, и впереди той волосы, значит, жвачку. И началась потасовка, их, естественно, сразу охрана сразу вывела. И я там оказался, значит, ну, меня сразу позвали, я оказался между ними. И вот это вот эти разборки, а ты мне, а я тебе, вот этот жесть. Вот. И в второй раз, что я могу вспомнить, это в Вашингтоне тоже что-то там повздорили наши парни, вот такие, причем здоровенные кабаны, ну реально здоровенные. Я когда вышел к ним там разбираться, то есть я им вот так до груди был всем, да, ну то есть, да, и все охранники тоже были поменьше, а это бугаи прямо были. Ну что-то не поделили. Слушайте, как правило, это чисто вот там выпили лишнего и, значит, и понеслось, да. Ну, но это крайне редко было, крайне редко. Ну, смішні випадки ти нам розказав, а розкажи, будь ласка, я ще хотіла запитатися на рахунок того, що на концертах ми також проводимо аукціони. І в якому місці, просто повернутися до цієї теми, поки я пригадую, нам вдалося продати щось найдорожче, розіграти на аукціоні. Яка це була сума, яку ми також передали на... Если я не ошибаюсь, самая большая сумма была 9000. Один раз это было в Вашингтоне, а один раз это было в Чикаго. И, по-моему, оба раза это было на калуші. На калуші. Як це відбувається? Людина тобі дає цих 9000, ти далі вже сам вирішуєш, чи ви домовляєтесь, чи з артистами радитесь, куди ви їх передаєте. Я знаю, як воно відбувається, але хочу, щоб наші глядачі розуміли. Да, значит, все аукционы проводим не мы, а кто-то. То есть либо это какой-то фонд, как в случае с Чикаго, это было Help Heroes of Ukraine. То есть они разыгрывали, значит, флаг с автографом и, по-моему, кусок, я боюсь ошибиться, по-моему, кусок какого-то танка подбитого или что-то такое. Не уверен. Вот. А в Вашингтоне это пошло... Точно пошло на Министерство культуры. То есть это артисты делают. Либо артисты сами делают и сами эти деньги отправляют, как вот в случае в Вашингтоне. Либо это какой-то фонд, который, естественно, эти деньги использует на нужды фонда. Но мы сами аукционы никогда не делаем. Ну, то есть мы кому-то другому даем это делать. Чи є запитання від користувача, від користувачки, а чи було так, що хтось пообіцяв купити лот і не заплатив? Ні, була один раз смішна ситуація. Одна тоже нетрезвая дама, лет 50, значит, пыталась заплатить за выигранный лот и потеряла кошелек. И мы, значит, это уже после концерта было. И мы, значит, бегаем по этому залу, ищем ее кошелек. Уже бог с ним, с лотом, уже найти там у нее, ну, все документы и так далее. В итоге мы нашли ее кошелек. Ну, кто-то там нашел. И, значит, потом у нее карточки не работали. Одна не работала, вторая не работала. Ну, в общем, ну, вот это. Все закончилось хорошо. Ни разу не было так, чтобы кто-то выиграл лот на аукционе и потом потерялся. Такого не было. Ну, я не припомню ни разу, что такое было. Зрозуміло. Ігор, а скажи, будь ласка, зараз дуже багато людей, ми бачимо, скільки є хейту і наскільки вже люди дуже сумніваються, що під словом благодійність дійсно стоїть якісь благодійні цілі. Підскажи, чи часто тобі прилітає, чи часто ти чуєш, що там ти, наприклад, в сторону нашої команди, що ми щось зробимо не так, або що ми не передаємо ці кошти? Яка зараз ситуація? Смотрите, особенно в начале войны было куча прецедентов нехороших, да? В том числе с нами, то есть мы там что-то отправляли, оно терялось, или там мы отправляли, оно доходило наполовину пустое, или там еще что-то, да? Ну, что были длинные цепочки, куда как это передавалось, пересылалось и так далее. И где там, что вытаскивали, мы не знаем, это было там в Польше, или в Румынии, или уже на территории Украины. Были громкие истории с тем, что там гуманитарка оказывалась в продаже в магазин где-то в Украине, да, то есть, естественно, люди поднапрягаются от таких историй, да? Значит, что я могу сказать? С одной стороны, не делать, не донатить нельзя, да, потому что если все сейчас тормознут и скажут, а ну-ка давайте мы сейчас все остановимся, начнем что-то проверять, там, каждую точку проверять, то остановится помощь. Этого делать сейчас нельзя. Второе, это то, что я могу вам посоветовать, просто имейте дело с проверенными организациями, с людьми, которых вы знаете, или, допустим, это какой-то фонд, который находится в вашем каком-то там городе или регионе, поедьте туда, познакомьтесь с ними, посмотрите, что они делают, попросите даже какие-то, может быть, документы и так далее, да? То есть это нормально, и мы так тоже делаем. К нам не то что претензии, к нам бывают, знаете, есть, ну, люди такие просто есть, такие очень, такие вот люди, которые, там, например, ко мне там кто-то обращается, а сколько вы передали денег такого-то числа в такое-то время, тогда-то и тогда-то. Так. Ты кто? Ты зачем спрашиваешь? Ну, то есть, да, то есть запросы, если они есть, они должны идти в какой-то нормальной форме, по какому-то правильному адресу, да, то есть я не один этим занимаюсь, и так далее, так далее, так далее. То есть, ну и в каждой организации так. Поэтому просто имейте дело с тем, с кем вы знаете. Вот, вот так. И тогда у вас не будет возникать каких-то вопросов. Користувачі ще цікавляться вашим життям і запитують, чи це основний вид вашої діяльності? Чи є ще, чим ви заробляєте гроші і тратите на цей час? Ну, естественно. Если бы, да, по-другому жить было бы не на что. Смотрите, у меня когда-то было очень много разных бизнесов, единых в основном. Они постепенно отпадали. Вот сейчас я занимаюсь IT-бизнесом и концертами. Где-то в какое-то время одним больше, в какое-то время другим больше. Это единственные два направления. Ну, в принципе, все. Зрозуміло, ще на завершення, може, Ігор розкаже якісь кумедні ситуації, які відбувались поміж турами, щось таке цікаве, що запам'яталося. Слушайте, у меня, мы недавно это обсуждали, у меня, если бы у меня была идеальная память, чего у меня нет, потому что историй и смешных, и курьезных, и дурацких просто не счесть, ну просто не счесть. И я, к сожалению, далеко не все помню. Вот. Если бы помнил, можно было бы написать книгу. Вот. Ну, я вот недавно рассказывал в интервью, оно еще не вышло, поэтому можно рассказать. Такая очень смешная история была на одном концерте, по-моему, в Торонто. Был большой концерт, 1000 человек. Стоячий зал, ну то есть не театр сидячий, а все сходят с ума, свет, все мигает, все, ну, короче, самый разгар концерта, да, там на сцене куча музыкантов, все скачут, все прыгают, короче. Артист, значит, в начале песни исчезает со сцены, но продолжает петь. Поет, концерт продолжается, никто ничего не понимает, как бы никто даже, ну, мало ли, может, прыгнул куда, может, еще что-то. Значит, артист в это время бежит за сцену, бежит за сценой на второй этаж в гримерку, в туалет, закрывается в туалете, происходит... Песня не останавливается, артист продолжает петь. Песня очень длинная, там трек очень длинный. И артиста нет минут 5. А в ушах мониторы, да, ну то есть артист все слышит, потому что в ушах мониторы, микрофон радио, ну беспроводной микрофон. Слава богу, связь не прервалась с микрофоном. Но как никакие другие звуки не попали... Микрофон. Может быть и попадали, да, но там такой грохот, музыка, вот это вот все, что этого было не слышно. Вот. Люди думали, что это бит, знаешь. То есть люди все танцуют, все классно, а мы все умираем со смеху. То есть музыканты на сцене не понимают, что происходит. То есть они периодически делают большие глаза, а мы, находясь за сценой, показываем, все нормально, продолжайте. Но они-то не знают, что происходит. То есть они как бы видят, что артиста нет на сцене. Но он поет. Куда он делся? Вот. А все, кто был за сценой, естественно, умирают со смеху, потому что понимают, что происходит. Мораль этой истории: не надо кушать непонятные вещи перед концертом. Ой, так, це дуже весело. В итоге никто ничего не понял, то есть, ну, на концерте никто ничего не понял. Просто отошел себе, пока. Это был такой план. Пишуть користувачі, тільки що хотіла якраз запитати, чи ви ведете щоденник історій. Так що це хороша ідея, вести щоденник історій, щоб нічого не забувати і мати якийсь от такий досвід історії про всі концерти. А ще пишуть, що пане Голубчик, вечеря чекає на вас вже. Так що, напевно, потрібно вас відпускати. Дякуємо, Ігор, за цікаві історії. Дякуємо за те, що ти робиш, за те, що ти даєш можливість і донатити нам, і працювати, і донатити, людям потрапляти на концерти, і взагалі популяризуєш українську музику. Величезне тобі дякуємо. Слава Україні! Ми переможемо! Вам, героям слава! Молодці, дівчонки, все класно у вас виходить. Дякую. Користувачі теж пишуть, що дуже дякують, вдячні, що в них є можливість відвідати концерт і за те, що ви організовуєте такі класні заходи. Супер. Супер. Дякую. Смачного. Па-па. Па-па. Так, Тань, залишились ми двоє, як завжди, можемо все обговорити. Ігор, знаєш що, мені здається, Ігор, коли буде вже таким старим дідом, він буде оці анекдоти, знаєш, є такі дітей, які знають багато анекдотів, то це буде Ігор, бо на нього будуть життя, і він просто буде стріляти анекдотами. На українській мові він точно вже має заговорити в нас, ми зробимо все можливе, що він нас заговорить. Насправді, мати таке, знаєш, насичене життя, то дійсно, справді, історій, напевно, багато і дуже весело таке вже слухати. Так, ми ще раз нагадуємо, всі бігом на Бумонт, купляйте наші білетики, будьте з нами. В ефірах ми тільки будемо мати якісь знижечки для вас, новини, ми все будемо саме тут постити, тому що тільки для самих активних будете отримати різні від нас промокодики. Тому залишайтесь з нами, дякуємо вам. Підписуйтесь на наш телеграм, нагадуємо ще раз, що ми там будемо постити теж якусь таку першу інформацію, яку ви зможете прочитати там. Також там буде інформація про різні розіграші, які в нас ще будуть, анонси та ще багато іншого цікавого. І нагадуємо, що у нас незабаром концерт бумбоксу і вже у декількох містах. Що, Таня? Sold out! І для цього ми зробили новий ще концерт в Нью-Йорку, який відбудеться після попереднього, так як там вже sold out, а ви нас всі дуже сильно просили, що все-таки хочете в Нью-Йорку ще потрапити на бумбокс. Тому ми спеціально для вас зробили ще один концерт в Нью-Йорку. Тому на Бумонт купляйте білетики, зустрінемось на концерті і ще особисто поспілкуємось. Так, бачу, Руслана нам наша нагадує ще про те, що підписуйтесь на наш YouTube-канал, там є всі збережені лайви, ви можете переглянути ще раз, чи ваші друзі. Дякуємо вам за те, що ви з нами, все, до нових зустрічей! До нових зустрічей, па-па!